Всем привет! Всем привет, ребятки! Зло школьник, как всегда, с вами! И Димейшн Деревейшн! И сегодня у нас новая заруба, где мы будем поедать мивинку, ролтон, сухарики Флинт и чипсы! Чипсончики! Зарубимся на перегонки, кто первый быстрее все это съест. У каждого запивать есть реально по кружке живчика. Налито одинаково, поэтому все ровно. Если воды не хватит, то ваши проблемы, потому что тут реально надо запивать. Сражаемся мы за денежный приз в виде конвертиков. Да, а в конвертиках денежки, и кто какой победитель потащит, тот то и выиграет, правильно? Да. Чуть-чуть настроили тут светомузычку, друзья, напишите, прикольно со светой музыкой, не прикольно, тебе без музыки, просто со светом. Да, да, да. Ёпсель-мопсель. Ну что, ты готов? Да. Битва взглядов. Ой, ну, видишь, правая. Сломаю. Правая, видишь, заряжена. Сломаю. Просто в шнобель. Шнобель вот, просто. Блок чисто. Да, чисто. Чисто блок. Друзья, перед просмотром просим поставить лайк. И подписаться на канал. И приятного вам просмотра, мы будем начинать. Ух, что сейчас будет? Ой-ой-ой. Это нормальная хавка? И Катя аж хрюкает. Любишь чипсики, да, там все дела? Ну, готов? На старт! Внимание! Марш! Ого, сухари! Ого! Сухари — это проблема, еще и большая пачка. Ого. Вот это прикол. Жестко. О, ёптали мене! Оу! Эй, дядя Чора! О, это жестко. Вот это жесть, друзья, сухарики, попробуйте на скорость, это так тяжело. О, я выиграл бабки. Да? Да. Сколько? 500 000 гривен. Все, нахрен эта заруба, сворачиваем лавочку. Едем на море. У тебя нема? Не дошел еще. Значит, едем без тебя.
Это жесть. Это жесть. А зубы трещат, блин. Сухарики — это жесть. Жестко? Угу. О, тут передохнули. Ну, кстати, еще и полная пачка чипсов. О. Это жесть. Это сложно. Это сложно. Пипец.
Этот сухарик, это пипец. Это жесть, ага. Бедные мои зубы. Жестко. И наедается тоже, да, жестко? Мне жарко стало. Ой, плохо.
О, бля. Это пизда. Сейчас оно все разбухнет в животе. Это будет вообще жесть. Ехать, у меня зубы болят. О. Зубы. Сверху вот эта фигня. Друзья, мои старые зубы к таким зарубам сухим не подготовлены уже. Ты шо, ты шо? Ча-ча-ча! Блин, хотя... Хотя момент... У тебя много воды осталось? Нет. Хотя в моменте, когда ты доел сухари и начал быстро хавать чипсы, мне показалось, что я проиграл. На мне просто тогда воды уже не было. А я еще ждал во время зарубы, когда у малого вода закончится. Я смотрю, у него меньше, мало-мало, а я ее очень экономил. Тут еще прикол был. Видишь, тебе не хватило воды, из-за этого ты проиграл. Ебой! Фу, блин, ну сухари, это еще большая пачка, плюс 15 грамм. 125 грамм плюс 15, 140 грамм сухариков сожрать. Бля, их, бля, зубы болят, их жевать быстро. Когда ты их медленно, типа... У меня швавки тут повыскакивали. Да, когда ты медленно их, типа, берешь, рассасываешь, они чуть мягче становятся и потом разбокают, и ты их хаваешь нормально. А когда ты его сразу закидываешь и начинаешь его сухой жевать, это просто жесть. Блин, я не знаю, но мои зубы... Я это... вот так полный понял, полный рот насыпал, водичка немножко при это промыл, хопа, разжевались, думаю, все, пора. Хоп, голоднул, все. Бля, ну во рту что-то творится, да? Пипец. Такая жесть. Блин, ну это моя еще одна победа. Папка сдурел. Папка может. Ча-ча-ча. Ебой. Ну, реально, Руслану тоже чуть-чуть не хватило из-за воды, реально. Он не рассчитал воду. Хотя это пипец. Изначально я сказал, что вот у каждого по кружке именно надо распределить. Ну... Молодой, неопытный проиграл, друзья. А у меня новая победа. Еще одна в моем послужном списке. Теперь, получается, Русланчик против меня вообще не взлетает. Ох, бля, ох, ну сейчас оно начинает животу разбухать. Это жесть. Давай третий. Ура. Второй был тогда у меня полтинник, сейчас третий будет двухсотка, походу. Чесотка. Итак, внимание, 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 блин, сотка. Ехать. Ты это, по возрастанию идешь, походу. Да, потрачу, блин, на презервативы. Так, ну что, фанфанца проигравшему, чтоб, как говорится, голова лучше соображала, и чтоб, блин, воду в следующий раз распределял нормально, проигравшему. Я думал, тебе за победу. Куда ты ручку свою подставляешь, блин, на тебе, думай лучше. Ебой, друзья, поздравляйте меня в комментарии, потому что моментом я уже сдался реально. Думал, он, короче, обгонит. Когда он доел сухари, у меня еще сухарей много было. Думал, все, короче. Блин, а я, знаешь, вот когда я ел чипсы, думаю, у тебя это, как его, сухарики последние остались. А потом смотрю, приглядываюсь, еще пачка этого. Я думаю, ну ладно, хоть бы хватило это. И вот это водички вот так... Сказал бы, я бы тебе дал с краника, блин. Да иди ты со своей водой. С горбатого пинка, да. Да как не, в деревне колонка горбатая. Не пил? Ты что, не наелась, дитина? Хотя я уже подготовил речь, типа, что говорить. Блин, ну, уже, я говорю, я мысленно проиграл уже. Подготовил речь, типа, что, блин, все-таки Руслан по этим фишкам-нишкам мощнее меня, но нихера, блин, я мощнее. Друзья, мы вас благодарим за просмотр. Ставьте лайкосик. Поддержите нас, дорогие наши зрители, потому что очень тяжко даются такие поедания. Вы представьте, просто сожрать этой херни сколько ехать, оно все вредное. Но мы стараемся для вас, хотим вырваться все-таки из бедной жизни, стать популярными блогерами, делать фан-встречи, да. Что-то мутить. Конечно, всякую движуху жесткую. Да, стараемся от всей души. Так что подписывайтесь, колокольчик, молокольчик, пишите комментарии обязательно, рассказывайте друзьям, подписывайте всю свою семью на нас. Будем очень благодарны. А на этом всем до скорых встреч, всем пока-пока. Чао.